Передача «Автомир» – одна из самых ярких и востребованных на нашем канале. Эта драйвовая программа уже даже успела пережить уйму изменений и сменить ни одного ведущего. Сегодня свежие сюжеты и репортажи зрителям преподносит Михаил Пивненко. Новый ведущий «Автомира» побывал в прямом эфире радио BBC, где рассказал о том, что происходит за кулисами обновленной программы. В команде у нас операторы, монтажер, я. Вот, в принципе, как находятся, ну, автомобили, да, выбираются или что-то такое, все это так же абсолютно. То есть у нас, если есть какие-то партнеры в передаче, то под них мы придумываем уже сюжет, соответственно. Там, если у нас был детейлинг, да, мы под него взяли дорогой автомобиль на обзор, сняли обзор автомобиля, перешли плавно в детейлинг. Как и всегда, создатели передачи следят за всеми тенденциями в мире машин и автотехнологий. А главное, сюжеты программы соответствуют времени. Так, например, сегодня зрители могут узнать больше о том, как пережить со своим четырехколесным другом предстоящие заморозки. При этом каждая полезная информация проверяется лично съемочной группой. Одна из наших рубрик – это лайфхаки. Ну, у нас еще есть ЮПИ, юридически полезная информация и никакой воды. Там вот рассказываем, допустим, что может грозить водителям, если они сбили пешехода, но не на пешеходном переходе. Допустим, лайфхак, как можно бюджетно отполировать фары. Да, это взять зубную щетку, зубную пасту и аккуратненько так натереть фары, потом спустя какое-то время стереть. Как и, да, и у вас белые, чуть, да, и у вас, ну, не, конечно, не как в детейлинге, да, но все-таки фары приобретут новый вид. Ведущий Михаил Пивненко не только общается со специалистами по автонастройкам и делится советами по покупке машины, но и также примеряет на себя роль обычного приморского автомобилиста. Главный принцип передачи – показывать то, что будет интересно каждому. Хочется, чтобы передача смотрелась на одном дыхании, да, она была легкая и была для людей. И поэтому, в принципе, все рубрики просто разрабатываются, вот, допустим, и про что интересно мне, да, про что интересно, допустим, кого-то спрашиваю из ребят, в Инстаграме опрос устраиваем, да, у нас, кстати, же есть Инстаграм. Посмотреть новые выпуски программы «Автомир» можно в нашем эфире, либо на официальном сайте и YouTube-канале. Максим Яковлев, Сергей Тулатиев, новости на Восьмом.